церемонии открытия финала Смоленской области школьной баскетбольной лиги КСБаскет приняли участие председатели профсоюзов центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС», представители администрации нашего города и известные спортсмены и тренеры России, команды юных баскетболистов из городов Вязьма, Рославль, Смоленск и Десногорск. Открыл соревнования олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский. Мне очень приятно, что вы любите баскетбол. Я думаю, что не открою секрет. Это самая лучшая игра с мячом в мире. А самое главное, что вы приобщаетесь к тому, что называется движение. Будете владеть своим телом. Будете уметь многое преодолевать. Раздастся от баскетбол и подходите к ней. Финал КСБаскета считать открытым. Участников спортивного праздника приветствовали председатель первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции Юрий Кузнецов и заместитель главы города Антон Шестеряков. От имени коллектива Смоленская АЭС, от имени фракции Смоленская АЭС, поздравить вас с этим мероприятием и от всей души пожелать всем вам удачи, еще раз удачи, а главное победы. Ну что я могу сказать? Желаю успеха всем, пусть победит сильнейший, а баскетбол это, пожалуй, лучший игра с мячом на планете Земля. Удачи вам! В школах Десногорска прошел муниципальный этап школьного баскетбольного чемпионата «Планета баскетбола. Оранжевый мяч 4x4». Победителей и призеров соревнования наградили в торжественной обстановке кубками и почетными грамотами. Третье место заняла команда школы номер 2. Второе место награду получила школа номер 3. В лидеры вышла команда школы номер 4. Баскетбольный проект, который развивается и работает в Десногорске вот уже третий год при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Центра спортивной подготовки «Динамо» «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола Смоленской области вовлек в спортивное движение вот уже более 250 человек, девчонок и мальчишек. Пусть не каждый из ребят или девчонок станут олимпийскими чемпионками, но то, что им нравится спорт и баскетбол в частности, и то, что сегодня столько народу в зале, и то, что уже этот город стал, я бы сказал, центром баскетбола, определенным центром российского баскетбола. У меня огромная благодарность родителям, учителям физкультуры, просто многим тем, от кого зависит, чтобы ребята занимались спортом. Чем больше детей занимается спортом, не только баскетболом, тем больше нам удастся победить во всех направлениях. Завершилась торжественная церемония открытия играми. Первыми открыли соревнования команды девушек из Десногорска и Смоленска. Завершатся баскетбольные баталии 9 февраля. Именно в этот день определятся команды-победители, которые примут участие в финальных играх Центрального федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБаскет в городе Смоленске 13 марта.